Здравствуйте, уважаемые соотечественники. Вот чуть-чуть собралось народу. Веду прямой эфир. Абая Фурманова находимся. Вроде бы разрешили, санкцию дали. Ну вот, смотрите. Правоохранительная система полностью оцепила, не допускает. Вот она, лживая демократия Токаева, которая хочет весь мир обмануть. Вот она, реальная, вот она, видите? Дальше они встали, за слово поставили полицейские, не пускают людей. Где он разрешение дал, Токаев? Ага, говорите, прямой эфир. Я вчера пешком спустился, везде полиция, отцепка. А как все проникли туда? Провластные, они провластные, их пропускают там. Белые футболки есть, и Демократическая партия Казахстана есть, они пропускают, я видел только что. Да? Лживый митинг делают. Власти делают свой лживый митинг. Надо было тоже белые футболки написать и... Ага, да. Алга! Алга! Кричать алга. Ну, Абая Гагарина, говорят, еще другая часть людей собирается. Может, туда потихоньку, потому что они не дадут сделать. Там я ехал, не видел. Пойдемте по Абае, шествие сделаем в сторону Гагарина. Не дадут сейчас собраться. Сейчас собираться начнут, увидят толпу людей, начнут разъединять. Это уже проверенный опыт. Пойдемте шествие по Абае, прямой пойдемте. Больше народа соберем, а? Пойдемте шествие сделаем. Народ, шествие. Народ, шествие по Абае. Опа, стой, по Абае. Пойдемте, Абая Гагарина, люди собираются там. Смотрите, маленькая часть людей туда пришло, они не запускают на санкционированный митинг. Это делает власть. Я предлагаю для людей устроить шествие. Другая часть людей, Абая Гагарина, собираются, парк Ганди. По Гагарина чуть ниже Шевченко. Потому что сейчас народ начнет собираться. Сейчас они привезут сюда эту технику и начнут народ делить. Вот что они сделают. Там люди собрались же по этому. Там Демократическая партия, туда никого не пускают. Только в белых футболках пропускают. Только в белых футболках и с надписью Демократическая партия Казахстана пропускают. Больше других не пускают. Видите за слом. Сейчас просто не запустят. Предложите шествие прямо по Абае. Народу больше соберем. Пойдем вместе. Давайте. Видите, смотрите, что делать. Эй, он баган! Блядь, что на лес несешь? Сейчас просто кашинал басталат, каскуресус, келет, не месе больница. Не месе кас, аналар джеверет. И сейчас начнут разделять народ. Я просто проверенный, 2 года уже хожу. Сейчас они даже, вот смотрите, сейчас стрясли. Просто шествие мне нахлам, джиналату. Олаузер бахи, это проверенный опыт. Шествие только собирается. Пойдемте шествие устроим по Абая. Адамаз. Абая Гагарина там собирается, вторая часть людей. Сейчас мы этот кордон не прорвем, потому что нас мало, посмотрите, 200 человек. Сейчас если шествие устроим, мы массу людей соберем. Я не знаю, сейчас шествие надо. Шествие только наберет народ. Я понял, сейчас они опашкой не дадут собраться, сейчас они по 100 человек начнут, 20 человек, 30 человек, сейчас вот начнут окружать, и сейчас соберут вот маленькую 200 человек, и не дадут разобрать. Значит, надо шествие устраивать прямо, она сейчас толпа соберется, уверен. Там они соберутся, вот именно здесь соберутся. Сейчас вы увидите, это куча людей, если будет идти 200 человек, соберется почему, хоса берет. Sen de onun için alabilirsin.
ключи. Вас как зовут? Давайте поддержим честь. Абая Гагарина. Абая прямо пойти, народ больше соберется. Сейчас пока. Пока еще. Нас мало и так. Это у нас все равно митинг бессрочный. Смотрите, просто смотрите, сейчас что сделают. Сейчас они просто вытянут. Что? Что говорите? Что говорите вы? Не, ничего, надо кучу собрать. Боже, сейчас они начнут разделять. Это 300 человек сейчас начнут с разных сторон брать. Абая Гагарина, говорят, собираются люди. Только что приехал оттуда. Ни одного человека. Там говорят, что от Шевченко. По улице вообще людей нет. Стоим, стоим. Нас должно быть много. Свободу политзаключенным. Свободу, свободу, свободу. Землю не продавать. Свободу, свободу. Надо. Товарищи, товарищи, не расходимся, все собираемся здесь. Нас должно быть много, никуда не двигайтесь. После того, как соберется много, тогда мы и решим, что нам дальше делать. Уже оттуда не пропускают. Во-первых. Во-вторых. Не слышно. Ой, не работает. Слышно меня, да, товарищи, хорошо слышно? Товарищи, не расходимся, никуда не расходимся. Мы должны собраться, нас должно быть много. Алматы қаласының өкілдерінде сіздерге келесі ескертеміз. Сіздер 5 күн бұрын өтініш білдірулеріңіз керек. Дали же разрешение, дали же разрешение, дали же разрешение, разрешение дали же. А кто давал разрешение? Никто не имеет права нас. Вот они начинают. Смотрите, вот, смотрите, что делают. Не допускают. Смотрите, вот, тот, смотрите. Опа-ля, вот они, наши защитники из Родины. Наши правоохранительной системы. Смотрите, с той стороны бабушек и дедушек только не пускают. Только бабушек и дедушек. Вот он, прямой эфир. Смотрите, не пускают. Боятся. Эрлер Маска, Киволган. Эй! А ему смешно? Конечно. Халка Хосл Сандарш, Халка Хосл Сандарш. Ваши тоже родственники нехорошо живут. Неблагоприятных условиях Констана. Полиция должна быть с народом. Умер Бакы, это так. Смотрите, вот. Им приказ дали, они преступные приказы выполняют. Ну что сказать? Против, я не знаю, против Конституции идете, против своих же законов идете. Хотя Баурлар снова. А? Баур снова. Дос. Брота начта. Бержана, бржана чтой. Смотрите, в натуре позорное же. Вы же сами видите позорные свои действия, ваши. Вон ваши сотрудники, ваши друзья, коллеги все стоят. Вот я же говорил, надо было 6 минут. Верните!
Ал кетте беріндер. Хотят забирать, смотрите. Подождите. Зачем? Тисмидишь? Вот, смотрите, это же вот эта Конституция. Где? Вы защитник Конституции. Опа, пошли туда. Джевермендер, никого не отпускай. Да, чихтер, не волт. А? Не волт. Самое главное, его не отпускай. Кон сындрасу, кштахнда, потише делайте. Силы меньше применяйте, пожалуйста. Прошу вас, силы меньше применяйте. Я инвалид третьей группы, ба. Прошу, силы. Силы не делайте. Хорошо. Да. Мирные митинги разрешены. Все, мирная акция, дос. Все, я мирный брат, мирная брат акция. Бірге боламыз, біргеміз ғой. Все ходят, кепки одели и так. Атагой! Ахындап, жігіттер, силу не применяйте, пожалуйста. Пожалуйста, не применяйте силу, а? Пожалуйста, не применяйте силу. Вы багана чуть одному руку не сломали. Я блогер. Я блогер. Опа, блог веду. Я блогер. Я. Мана матан не волса, чем мама зала. А? Ну хала, я блогер, почему бы не могу вышердить, да? Чиктер, халк бен болсандар шан чиктер, а?
Меня за что? Ну я ж блогер же, я, смотри, я инвалид третьей группы, я инвалид, вот смотри. Ну вот это кикель, всем одного. Что ты на самом деле трусливых, беспонтовые вещи делаешь? Отпусти. Стой! Ну такие всякие ходят белым. Больше правоохранительной системы, чем митингующих. Я не знаю, такое ощущение, как-то всю Алмату собрали. Интересно, кто вам такие приказы дает, а? Я не знаю, вам завтра приказ дадут, спрыгнуть с крыши, пойдете? Еще и забой за ручку с детьми ребенка взять. Равносильно. В натуре такие движения делать. Смотрите, нищету загнали. Еще вы боретесь. Я не знаю, прокуратура, да, какие-то. Ну, на самом деле, где решение сельского суда, прокурор? А? Вот нету. Решения не дают все это. Ну, на самом деле, вот, власти показывают, что они боятся народ. Смотри, сколько приклали. Обалдеть. Ты писан. Я работаю на базаре, да? Они одинаковые. Кто денег платит, тот и прав. Я не хочу так, понимаешь? Я хочу жить нормально, достойно. Это моя страна. Это и твоя страна. Назлом нарезу. Понимаешь, майор? Ты же не отходишь, не сбежишь. Да, да. Джуханы, барат, Шахпенки. С холодным оружием резал он. Он резал барана Джукена. Холодным оружием вот этот человек резал. Или не знаю, кто дорезал. А вот и наш добросовестный ОМОН. Лучезарный ОМОН пришел. ОМОН, на какой? Это же ваше. Это же ваш, смотрите. Я инвалид третьей группы. Опаля. Я инвалид третьей группы. Вот она демократия. Тукаева. Вот она тукаевская демократия. И что, и как? И дальше как запихать? Шындай не кисель, что массаж кисель. Тебе было срочно, как шынды салпа. Инвалидки, ебаный в рот, блядь, отвечай. Трусами сын. Зачем? Жау, Казахстан, жаулар. Жау. Блядь, как ты холодно сырок. Погоди, не здесь. Прямой эфир. После операции. Я Ашралиев Ануар Тулебергенович пришел на мирную акцию ДПК, которые дали разрешение. Хотел поддержать демократическую партию Мамая, антикредитную систему, ну не антикредитную, а вообще антикредит. Хотел поддержать, вот запихали бабон силами. Извиняюсь, что так чуть-чуть выражаюсь, потому что нервы чуть-чуть играют. Ну, такие забросили против моих конституционных прав.
просто закинули, еще и силу применяют. Еще и они вот этот вот берут, как его, Асхат показывал же, в Джуке вот эту вот игрушку на руки одевают, за которой цепляется. Они взяли ее ножом, холодным оружием порезали, правоохранительная система. Они даже не думают, что могут народе кого-то чуть-чуть зацепить ножом. Ножом они делают. Вот смотрите, что творится. Сатындар. От басын сатасындар ма? Вы отан да продали за службу. Позорники. Сами не можете пойти, блядь. Других останавливайте. Позорники. В натуре позорники. Защищают наше право. Какое они имеют право наше защищать? Но Сатындарга как можем мы право доверить? Токаев, обманули вы. Вы обманщик. Наглым образом обманщик. Вы говорите за демократию, я смотрю. Я пошел, вот она истинная демократия ваша. Ваша истинная демократия. Когда? Ай, это верно. Ну, а там, вот только. Я в 80-дегі ақсақалмын. Қария, өзім операциядан келгенмін. Мына жерден өтіп бара жатыр едім, өткізбеді остановканың басында. Мынау Абай көшесі ғой деймін, Абай Бурманов көшесінің остановкасында. Өзімді қол аяғымды бұрып, мынау мәшинеге тығып жіберді. Милицияның. Өзім операциядан шыққан кісімін, ішімнің бәрі ісік, ем қойымда бандажым. Хайуан, полиция, не істейді мұны, мен 80-дегі қолымнан ұстаңыз, қолымнан ұстаңыз, ата шық кетпейсіз, қолымнан ұстаңыз, ұстап тұрыңыз. Эй, водитель, не дрова везешь, людей везешь, людей. Сзади 81 год старику, пожалей. Айта беріңіз. Айуанда 80-ден асқан ақсақалдың қол аяғын тұрып, машинеге көтеріп тастап жіберді. Міне алып келе жатыр қазір, қайда алып келе жатқандарын. Ішінде бандаж тартылған. Қарабеттер ғой, қарабетіңді тұрып қалған ғой масканы, қара масканы. Мынау хайуандарға қой дейтінің бар ма өзі өкіметте шығым? 81 год пожилому мужчине, ақсақалу нашему. Ата, ақ болсын, ата, сізге қарап, жастар қарандар. Жастар, смотрите, молодежь, смотрите. Старик 81 год за свои права борется. А вы ходите там, шнырите там, я не знаю, убегаете, всякие беспонтовые мышиные действия делаете. За родину надо выходить, за страну, за отчизну. Вот они, вот такие вот улдар ходят, ну, маски, ну, харабет, ну, тыхкоп, маска. Беттёпой, ноль, ага. И визинкалар была. Завтра вырастет, ваши дети вырастут и спросят, что ты делал для родины, что ты сделал для страны. Вот тогда будешь сидеть, бухать и будешь бухать от такой горя, от такого горя, что тебе сын такие вещи говорит. Признаешь свои ошибки, время придет, каждый человек признает. Сендер,